Сам создал, сам и реставрирует. На улице Рождественской началась реставрация «Понос. Связь времен». Художник Владимир Арискин создал его к 70-летию Октябрьской революции в 1987 году. 35 лет спустя он же занимается восстановлением панно. Мы наносим один свет, потом прорисовываем рисунок, в него вставляем, вот, например, вот видите, здесь мы прорезаем вот это вот в этом месте, и потом вставляем еще другие цвета сюда. Вот. Потом это все затирается и становится единой плоскостью. Ну, соответственно, мы до, скажем так, поздней осени по погоде стараемся это все сделать, да, отреставрировать. Да, 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 обязательно, потому что мы связаны с погодой, и нам нельзя работать ниже 8 градусов, потому что цемент уже свои свойства теряет. Начали вот с того дальнего. Мы начали, да, потому что процесс изготовления реставрации довольно длительный, по 2-3 квадратных метра в день, по нашему плану. Мы как бы проходимся по всей поверхности этого панно и наращиваем вот тот существующий слой, который был, с помощью новых материалов, новых технологий, ну, собственно говоря, восстанавливаем. Восстанавливает сам автор, что радует Владимир Арискин, поэтому в качестве мы можем быть уверены. Срок работ на самом деле 4 месяца, да, но реставратор, автор говорит, что возможно это будет быстрее. Да, во всяком случае, все дело для того, чтобы это совершилось быстрее.